когда-нибудь ты дорастешь до такого дня, когда вновь начнешь читать сказки. Это цитата известного британского писателя Клайва Стефана Льюиса. И это правда, потому что произведения этого автора перечитывают взрослые, которые впервые познакомились с творчеством Льюиса еще в детстве. Одну из значимых книг этого писателя является «Лев, колдунья и платяной шкаф», который я недавно прочел. На страницах книги читатель окунается в увлекательный мир приключений, захватывающий мир фэнтези, куда четверо ребят попадают, открыв дверцу платяного шкафа. Героев на каждом углу поджидают опасности в снежной сказочной стране Нарнии, которую им предстоит освободить от вечной зимы и злых чар белой колдуньи. Это трудное путешествие. Ребята должны пройти, сохранив дружбу, любовь, веру и проявив храбрость и отвагу. «Лев, колдунья и платяной шкаф» входит в цикл рассказов «Хроники Нарнии», и она останется одной из моих любимых книг, и однажды, уже став взрослым, я обязательно вновь начну читать сказки.